Здравствуйте, подписчики! Сегодня я хочу рассказать, как я собрала своих детей в школу, сколько это сейчас стоит, все наше удовольствие. Да? У меня двое первоклашек. Начнем с портфелей. Портфели у меня куплены на AliExpress. Через почту мне переслали два таких вот замечательных портфеля. Покажу на примере вот этого. С ортопедической спинкой. Очень вместительные, с кармашками. Один застегивается, один под водичку, или под бутылочку можно вставлять. Вот. Такой вот он. Так вот открывается. Внутри есть отделы для тетрадок. Для каких-то книжечек, может, альбома, там и резинка дополнительно присутствует. Ну и кармашек еще вот такой. У нас карандаши тут лежат. Я внизу под видео размещу ссылочку на данные рюкзаки, где есть купленные, почем, вы можете посмотреть. Но если я не ошибаюсь, это порядка 1300 рублей. Такие портфели я смотрела у нас в продаже. Это, в принципе, считаются брендовыми портфелями. В общем, я находила самые дешевые, порядка 3000. То есть есть выше, есть 4-5 тысяч с ортопедическими спинками. Но вот 2700, по-моему, самое дешевое, которое я находила. То есть купив два портфеля за 2600, да, вот у меня получилась еще и как бы такая экономия хорошая. Что мне обошлось, чтобы заполнить детям портфели в школу? Да, карандашики, цветная бумага, все-все-все. Вот, в общем, весь набор, который нужен ребенку в первый класс. Там пластилин, гуашь 6 цветов мы взяли основные. Вот такие вот замечательные пеналы. Причем большие это пеналы считаются, с двумя секциями. Уже у нас они заполнены, мы сами, ну, как бы заполняли отдельно их. В общем, покупала я все в эти портфели, в основном все в Ашане, в Симферополе. И получилось у нас вот по чеку, в чеке 1959, и учитывая то, что 500 рублей ушло на продукты, вот такие вот цены. Получается, у меня порядка 1500 рублей ушло на двоих детей. Это у нас здесь нашли карандаши, карандаш-клей, карандаши цветные 6 и карандаши цветные 12 карандаши. Потому что одни брали мы в пенал на уроке, а другие для рисования. Пластилин, ножнички. Три кисточки для рисования, ручки, гуашь. Гуашь 6 цветов, всего лишь 60 рублей. Дневник. Это все, вот, все мы брали для двоих, то есть умноженное на 2. Наборы обложек на тетради. Цветной картон, бумага цветная, ластик, пеналы и тетради. Остальное мы докупали здесь у нас в городе. Ну, где-то мне еще пару рублей, ну, максимум 500 это все обошлось. То есть 2000 на канцелярские принадлежности, это полностью уже на все. То есть на, по 1000 на каждого ребенка. Плюс портфель до 1300, это у нас получается 2300. По поводу формы, у нас в школе форма по уставу синего цвета.
И мы брали сыну костюм. Там на основе шерсти, в принципе, старалась брать самое качественное, что было на рынке. Ну, нам обошелся он 1800. Простые брючки у нас были уже куплены отдельно еще весной. Рубашечки у меня еще закуплены были весной. Спортивные костюмы у меня были закуплены после Нового года в прошлом году. И они ему еще как раз два спортивных костюма практически новых. То есть мне не пришлось на это все тратиться. Дочке мы купили туфли, сыну тоже туфли купили. Кроссовки у них тоже есть. Спортивный костюм у дочки тоже есть. То есть, что мы имеем? В принципе, вот это все мои расходы. И сказать, что ребенка дорого одеть в школу, вот как меня пугали, на самом деле, если у вас ребенок постоянно одет, у него все в основном есть, и вы покупаете что-то, постепенно докупаете, ну, ребенка недорого одеть, оказывается, в школу, и недорого собрать его. Основное все, что мы купили, это вот у нас в рюкзачках. Книжки даются у нас бесплатно, все учебники, ничего мы не покупали. Единственное, что мы купили, это рабочие тетрадки по письму. Сдавали мы в родительский комитет, и там уже все заказывается как бы оптом на всех деток. Вот, потом, ну что я еще не сказала. В принципе, никакие ремонты, ничего от нас не требуется. Класс у нас чистенький, тепленький, светленький. В классе есть интерактивная доска. То есть нормально, современно оборудован класс. Мы пошли в пятую школу, Красноперекопскую городскую. Не очень понравилась директор школы и учительница. Молодая, очень приятная. Ну и мне-то такое дело, а вот моим детям она тоже очень понравилась. То есть вот так вот мы подготовились. Нам предоставили книги. Докупила еще обложки на книжки. Потому что часть обложек, в принципе, уже на книжках была. И часть мы еще докупили. Вот могу показать, как выглядят учебники для первоклашек по российской обычной программе. Вот. Такие вот учебнички идут. Посмотрела я их. Мы с сыном даже математику немножко поучили по нему. Первые несколько уроков прошли. Он попросил меня. Ну, в общем-то, очень интересно, я так поняла. Они мне в подготовительную группу ходили в садик, их очень даже хорошо подготовили, судя по тому, что я увидела, как сын мне отвечает на вопросы. Так что, надеюсь, проблем у нас с учебой не будет, потому что он меня постоянно пугал, я не хочу в школу, я не смогу там учиться, не буду там отвечать. Отвечает он замечательно по программе для начала. Я думаю, проблем у нас не будет. Я очень на это надеюсь. Дочка у меня более какая-то вот буйно так вот реагирует, что я хочу в школу, я буду учиться. Ну, посмотрим, что нам покажет в итоге время. Вот. А ну, пока все, что я хотела сказать, я сказала. Давно я, конечно, не снимала часто видео, сейчас хоть начала немножко выпускать. Видите, у меня перемены по жизни, если кто следит за моими выпусками. Сегодня пойду еще в огород садить клубничку, такая, которая плодится с ранней весны до поздней осени, это ремонтантный сорт. Что интересного, что будет получаться, что не получаться, свои успехи и ошибки я вам покажу, кому интересно. У нас клубники очень много, сотки, наверное, две растет в огороде, поэтому, в принципе, вот сейчас обрабатываю ее. Грядки, и очень много выкидывается усов. Если кому-то сильно надо и кто может забрать в Красноперекопск, я могу просто ее навыкапывать и просто так отдать. Так что, если что, пишите. А пока-пока!